Северском районе продолжаются отчеты глав поселений. О работе в 2021 году и планах на 2022 отчитался глава Афипского городского поселения Юрий Коваленко. Бюджет поселения – более 315 миллионов рублей. Одной из самых больших статей расходов стало переселение граждан из аварийного жилья. На приобретение 37 новых помещений потратили более 93 миллионов рублей. В течение года проводили ремонт водопроводных сетей в поселении. Их заменили более 7 километров. В коммунальном комплексе будут продолжены работы по замене ветхих водопроводных сетей. Планируется заменить не менее 5% сетей от общего количества или 5,5 километров. На текущую дату подлежат замене еще 9,5 километров водопроводных сетей. И тогда все водопроводные сети в поселке Афипского будут новые у нас. На встрече жители могли задать волнующие вопросы и сразу получить на них ответ. Афипчане обратили внимание на проблему безнадзорных животных, ремонта дорог, электро- и водоснабжения. На вопрос от жителя, будет ли новый детский сад, ответил глава района. Андрей Дорошевский поручил главе поселения найти несколько земельных участков для строительства детских садов и школ. Обращения жителей занесены в протокол.